оцінка, по-моєму, 2,5 йде. Турочка буде нова. Ну что? Обои. А, я тебе покажу. И я думала. Вот, я думала в залу. А он рулон 1000 с чем-то стоит, но он переливает. Только захотим ли мы желтый цвет? Мы желтые хотим, Сонечка? Желтый? Желтый цвет мы хотим? Нет. Я не очень хочу. Я хочу светлого. Нельзя? Это такого формата я бы брала. Но оно и на абстракте, мне это не нравится. Потому что он абстрактный, понимаешь? Он расплющенный. А, приближать можно? Ого. Ого. Нельзя удалять. Удаляться смотри, нельзя. Смотри, Вась. Угу. Вот этот вот обои, но они абстрактные. Видишь, они не нравятся у них. Рисунка ничего нету. Ну да, такой себе. Такой себе. А я покажу тебе, который я нашла. Спасибо. Это тоже желтые, просто печаль. Ну вот они, вот на обоях. А ты именно светлый. Ёрышки. Это совершенно не то. А то были в таких цветах. Помнишь, я тебе как-то угу. Тоже интересно, кстати. Я думала на кухню. Да, кстати, было бы нежно. Да. 600 с мелочью. Это то же самое. Что она не была наляпана сильно. Это, скорее всего, вот это вот, наверное. Ну да. У нас дома еще картина висит вот эта. Она сама достаточно. Эта картина, честно говоря, она тоже особо уже и не надо было. Такое есть. Как таки там есть, то и картины особо не надо уже. Если такие обои, конечно, она не идет. Ну, вообще не надо. А ты что, она будет давить. Это полотно. Это да. Все. Это можно чердовать ее со светлым. Ну да. А есть кофе, чи что там было? Кофейники. Есть. Шли, подаемся. Ну да, танец все-таки. Я бы поклеила на кухню. Может. А я понимаю, что я не могу. Да? Они такие светлые. Не только жди. Ой, наверное, на них все. Вот шум. Бонжур. И вот ваши обои. Вот они. Если там будет та картина, то туда нужно однотонную стену, это там, где шкаф,
а туда везде однотонные, там пойдет картина. Но нужно будет добавить зелень, если на зелень добавлять, а так она не идет. Такие кофе, такие кофе, вот это, конечно. Кофе. 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 Я думаю, что можно еще пойти посмотреть. Ну да. Бонжур. Ну это надо смешивать и тогда. Может, это с этим, например. Не будут? Они будут. Они разные, конечно. Они разные, да. Хотя бы не сказал, что они особо разные. Чего не разные? Не, разные, но не настолько, чтобы их не смешать. У нас прихожая темноватая, она может давить, да. Вот эта, которую ты выбрал первый раз, что тебе понравилось бонжур, она подойдет. Я не думаю, чтобы здесь прям какие-то надписи были, какие-то, знаешь. Прям... Да нет, тут все такое. И это, да, вот именно что. Welcome, ну, я имею в виду, Париж. Вот здесь вот. Merci. Я думаю, что она очень хорошо. Только не всю прихожую, она будет давить. Помнишь, тебе показывалась мастер-шеф, когда Алина, которая замуж вышла, у нее именно таким вот поклеено, не таким, а другим каким-то, поклеено бонжур, по-моему, вот таким. Она давила очень. Еще у нее коричневые были дверь везде. Оно очень темно. Что я запомнила, я показывала. Короче, понятно вообще. Эту сковородочку интересно. Конечно. Конечно, тонечку. Интересно, сковородочка. На заре даешь, что только не кончится царапать. Надо или деревянной, или даже прорезиновой эту лопатку. Пандочка. Идь. Вот. Ой. Бежали панды. Вот. Ты куда? Да, просто. Просто интересно. Панк. Это оно сочетается с этим. А, тут просто без панды. Там с пандой. Тут такие панды. Это для сочетания. Одну стену таким, вторая таким, либо квадратом. Чтобы как-то... Ну, не могу этих обоев сверху, в которой я буду. Мне очень понравились, а их нету. Музыка играет. Зачем нам музыка? Будем громче говорить, чтобы музыку перебить. Ну, тра-та-та. Чего? Кстати, это можно с тем с бонжурами сочетать, если что. Я тоже подумала. Почему? Похожие цвета. Но они все разные по своей. Конечно. Этой. Телефон его серым определяю, а он вообще не серый. А он, смотри, сзади. Он не серый, он с коричневой. Вот его комплект. Вот. Ну, да, сейчас похоже. Либо да. Вот она. Угу. Вот они сочетаются к тем. Вот. Одна стена такая, вторая такая. Может быть, да. Цена такая же, 600 гривен. Угу. Да, ты. Это смотрится стильнее, чем то. Кораблики, ну да. А вот такое не хочешь? Такое? Прихожую, одну стену. Ну да, тоже интересно. Да, необычно. Одна стена. Зелень, она будет так сижать. Это слишком будет... Ну, да, да, это сильно, да. Хорошо. Интересно. Видишь? Да. Мне кажется, это будет лучше. Она не будет так думать. Хотя краски эти.
И сейчас я не хочу разорвать, потому что там высоко заматывают ее. Да, хорошо. Зайчик, тоже цена 620. Да, они все такие. Да, плюс-минус, да. Давай я помогу. Что ты скажешь? Хорошо. И одну такую, зай, и вот те. И вот та на низу, чтобы одну сочетать с другой стороны. Мне кажется, как это лучше. Ага. Это сочинить цвета. Давай пойдем посмотрим. Хоть. Скажи. Ну да. Солнышко. Угу. И вот эти обои на другую стенку. Может, будут давить? Да, наверное, будут давить. Может. Будут давить. И вот я сейчас отключу. Вижу, я буду снимать эту закручивать. Я небольшого роста. Закручивайте. Да я роста-то большого. Зай, мне кажется, что это будет лучше. Ну, не знаю, по-своему. Ну, в той цветов больше, в том, в той фиолетовые оттенки, а тут да, просто тут коричневые оттенки. Смотрится. Да, та чуть поприятнее, конечно, глаз. Просто что она не так будет резать отдельную дальку, она не будет резать взгляд. Вот это? Да. Ну, возможно. Она смотрит не так, как вот цыган, знаешь, все наляпистое, красиво. Ну в смысле, да. Яркие цвета. Тут крупные. Вообще он красненький такой цветочек. Он, конечно, не знаю. Ну вот тут не другую, а. Тут фиолетовый просто это, там фиолетовый есть оттенок, а тут голубенький и коричневый. Они более. А есть еще вот такой. Нет, о, тут, через... конечно, вообще. А здесь есть еще что-то. А, вот здесь это. Да, ну это не то. Фух. Маски мне надоело. Вообще. Я люблю с тобой маски. Она мне не весьма идет. У меня от маски ухо закладывает. Да? Да. О, смотри. От маски. Ну это как бы, если забраться, то это оптимальная средина. Это сильно пестро. Это сильно бледная. Это бледная. Это так самый как бы. Да. Свет. Да. И вот. С теми обоями. Самое-самое такое, да? По структуре, видишь, она такая рифленая. Вот такую ну, структуру, да. Вон она находится. Очень хорошо. Да. Пошли. Видишь, смотрите. Она немножко отличается, но она выпученная. Вот. И она очень хорошо смотрится. Очень хорошо. С тем? С любым, с фиолетовым, и с бледным. Это, мне кажется, если это наклеить, то эти вообще не надо. Нет, так ты что, не будешь ее клеить? Чего? Прихожую. А, прихожая? Да. Я за прихожую смотрю. Да. Ты же не будешь, ты только в сторону наклеить. Вместо бонжура, да? Вместо бонжура. Вообще вместо бонжура? Вообще вместо бонжура. Нет, если тебе нравится бонжур, то почему можно взять бонжур? Но мне кажется, прихожая, она... Надо будет более... посмотреть, какая длина стен. Перемерить? Да, что больше подходит. Потому что если там есть, что надо больше обрезать, то тогда лучше этот. Печка, если аккуратненько сделать, то можно... Ну да. Понятно. Я думала, вот эту штучку на одну сторону, а вот эту вот белую на другую. Она вообще не интересна. Они не должны сочетаться. Очень много будет маляться. Да. Прихожая будет в этом. Но зато будет ярко. Ну я понимаю, но она это слишком... Там даже... Она не давила. Нет. Ты же не находишься ее постоянно в прихожей. Так же. Да, это будет слишком много. Да я не знаю. Прихожая просто... Это прихожая. Знаешь, будет давить.
да. Конечно. Можно ее наклеить, там, где дверь, вот здесь поклеить, эту стену поклеить, и вот поклеить над этим, над самой кухней. А вот эту стену одну оставить светлой. Если тебе они очень понравились, то можно ее разбавить просто белым тоном, да. Надо. Это очень будет много. Ну, может и так. Оно будет ляписто. Может и так. Конечно, оно получше бонжура. Конечно. Мы можем бонжур поклеить вам. Не знаю, возможно. Но в этом не идет. Это шутка. Но... Ну да. Надо посчитать. Хорошо, и нам это. Метр. Ну, метр. Да. Метр на шут. Метр. Да, метровки. Надо посчитать. А у окна 10 метров. 10 на 5. Они все тут одинаковые. Вот. Ну, просмотреть. Что, пошли. Да, пошли. И на вторую стенку, вот там будет показать, вот эту вот. Я скажу тебе, будет очень красиво, вот это. Она по структуре подходит. Она по структуре подходит, потому что есть вот эти вот штучки, видишь? Mm. И они не будут смотреться как отдельным государством. Пум-пум-пум-пум-пум. Тоже ничего. Это я на кухне. Можно в ванную. Наверное, лучше в ванную. Можно в ванную поклеить. Вот там, где эта стена, которая не моется. Можно поклеить дверь. Да. Или этой, или вот этой. Или даже вот этой. Да, да. Мне кажется, может вот это. Она голубой цвет. Мне кажется, будет лучше. Вот именно, а вот она. Да. Вот она, да. Именно вот та сторона. Да, стены. Хорошо будет. Скажи, очень хорошо, да. Очень хорошо. То есть сделать под потолочный свет, например. Да. Попытаться сделать. Да. А ту сторону кафелем отделать и все. А это одна такая сторона. Ну да. Идем. Очень хорошо. Может, кому-то же нравится вот эти эти. Угу. Не, ну что, не прикольно. Модерн такой. Ага. Пионы. Че еще? Ага. Назвать ее забыла. Тоже. А, вот еще. Ну, эти по 609. Те были по 624, эти по такие. Ничего. Это ничего тоже. Да. Тоже значит ничего. Ну это слишком бледно. Не, конечно. В черно-белом цвете. Да. Сепия. Ну это. Или в если сепия. Белые тона преимущественно, то да. Думаю, это тоже можно. В туалет, в ванную комнату. Да. Зайчка, я думаю, что она будет нежнее, чем та. Возможно, да, побачим на видео. А ты не, я имею в виду потом. Посмотрим. Ну да, ничего. Что ли там музыка играет? Зачем мне музыка? Все. Видишь, они сочетаются. Светит, чтобы можно было вот белым. Мне так не хочется. Видишь? Вот это добавлять эту мелочь. Сумма одна и та же, а ты покупаешь. Потому что белый она... фон и все, а вот это... Да. Потому что она давит на стенки. Если всю поклеить, ты будешь как в клетке. У нас объемы маленькие, вот это красивое, конечно. Голубеньким. О, вообще. Класс. Голубенькими фоны. Вообще супер. Вообще. А да, посмотрим вот эту. Видите? И пойдем туда.
Они разные просто. Они просто разные. Они просто разные же. Вот тут больше красок, нижние, и больше вот этого васильха вот этого. Они просто разные, вообще разные. Это одна и та же. Нет, это светлее. Да, да, это. Это светлее. Это более насыщенно. Просто они просто разные, совсем разные. То крупно, ярко, это не так ярко. Сначала вот оно есть. Да. Вопрос, хочешь ли ты постоянно эту картину видеть? Она не надоест тебе? Нет. Нет. Большие цветы красивые. Зайчик, ты всегда красивый? Да. Пошли, зайчик. Девочки, не хорошо. Забывай, что у нас ванная маленькая, в смысле комната, туалет, санузел маленький. Большие цветы тоже в большом помещении могут давить. Да? Они там будут нецензурно смотреться вообще. Мне кажется, вот те были красивее. Или же на более нежном, может быть, на белом фоне будет лучше. А сколько, это, наверное, такие два куска и закончилась эта стена, да? Возле, наша? Да, возле, наша? Справа. И у нас, в принципе, если она и будет, нам только ту сторону, да, поклеить. Раз, два и... А там кафель у нас. Ну, кафель будет от ванны, от умывальника. И да. Дальше. Да. И через ванную. Она может давить. Это вокруг двери? Да, впереди и сбоку. Да, сбоку, вокруг двери и по правой стороне и до умывальника. До этого, и до умывальника, и бойлером. Это, кстати, мне кажется, одного этого их одной рулона не хватит. Там не хватит. Да. Ну тогда вот этот взять. Да, я его и разверну. Наверное, лучше этот, потому что голубой не сильно будет. Да, голубой. Большой очень, цветок. Очень большой цветок. Да. Угу. Давайте, давай пойдем посмотрим. Да, даже глазам больно. Да. Да. Ну, значит, тогда она отпадает вообще. Отпадает вариант. Я думаю, те цветочки, которые там. А может быть еще какой-то привезли. Те цветочки, которые там, я думаю, что хорошо. Они такие более. Они давят просто. Ну да. Идем. Может дальше. Быть вот этот развернуть на белом фоне. Не-не, там вообще серость такая же. Вообще. Серость полная. О. Цветок, паучок, видишь, плетется. Это у кубки моего такой был.